Именины имени в апреле у мужчин, женщин, мальчиков и девочек по православному календарю. Весенние именины. Какие именины отмечают в апреле? Те, у кого именины в апреле, всегда будут чувствовать на себе влияние их планеты Куратора, воинственного и невероятно честолюбивого Марса. Это состоятельные и в огромной степени самоуверенные персоны, для которых не существует преград. Нет разницы, празднует человек именины в начале месяца, как София, в середине, как Мария или в конце, как Андрей Александр, 1.15. И 30 апреля, соответственно, все они будут целеустремленными, решительными и невероятно свободолюбивыми. Даже совсем маленькие девочки и мальчики, чей день ангела выпадает на апрель, доставят родителям немало забот своей своенравностью и нежеланием делать что-то под чужую указку. Если вы видите перед собой персону гордую, смелую, волевую, умеющую принимать решения и нести за них ответственность, скорее всего, они отмечают именины в апреле. Именины в апреле таких-таких. Людей ни под каким предлогом не заставишь работать в офисе или на заводе. Это вольные птицы, способные, благодаря своей находчивости, работоспособности и внутреннему чутью создать собственный бизнес, или даже бизнес-империю. Они не будут бороться даже за самый высокий пост в чужой компании, это им совсем не интересно, намек на ограничение свободы в разы. Снижает эффективность их труда. Чтобы подобрать наиболее подходящие православные женские и мужские имена для людей, рожденных в апреле, нужно знать, кого из святых почитают в день их появления на свет. Для этого нужно обратиться к церковному календарю на 2020 год, где для каждого дня расписаны все церковные праздники и даты почитания ангелов-хранителей для всех возможных имен. В частности, из него видно, что наиболее часто в апреле отмечаются именины для Марии и Кирилла 5, 14, 25 и 5, 11 апреля соответственно. Так стоит назвать рожденных в эти дни людей, чтобы обеспечить их неразрывную связь с небесными покровителями. Популярные женские именины в апреле, популярные мужские именины в апреле.